Все районные клиники в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены. Об этом заявил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, в стране создана вполне эффективная система здравоохранения. И ломать ее нет необходимости. Высокая технологичная помощь оказывают на уровне республиканских научно-практических центров. Далее идет уровень областных больниц и межрайонных центров. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах в зимний период. Что касаемо первых, необходимо ежедневно проверять техническое состояние автомобиля, изменить стиль вождения, не превышать скоростной режим, исключить экстренное торможение. Бобруйская Белшина продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции. Это касается как вторичного рынка, так и первичной комплектации авто. Например, с 2017-го компания бывает Geely Atlas. А сейчас завершаются работы по выпуску шин для нового белорусского кроссовера. Они уже прошли статические и динамические испытания на соответствие требованиям всех международных стандартов. Елочные базары в Бобруйске начнут работать с 19 декабря. Купить главный атрибут новогодних праздников бобруйчане смогут по 31 число. С 10 часов утра до 19:00. В ассортименте как живые ели и сосны, так и искусственные деревья. Высота – главный критерий цены. Со списком адресов продаж можно ознакомиться на сайте горисполкома. Бобруйск-арена продолжает проводить новогодние массовые катания. Всех гостей ждет интересная программа. Дед Мороз и Снегурочка тоже встали на коньки. В самом центре площадки расположилась елка. Из колонок звучат только золотые новогодние хиты. Стоимость катания 6 рублей. Продлятся они до 17 января.